Нам открыты все маршруты. Доброе утро, малыши! Сегодня у нас в гостях музыкальная группа «Самовар». Привет! Привет, Антон! Я Дима! Привет, Хрюша! Я Маша! Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать! Да, ребят, а почему ваша группа называется «Самовар»? Да потому что наша первая песня называлась «Самовар». С этой песней на конкурсах мы занимали первые и вторые места. А я думал, вы просто чай любите! Ну, чай мы тоже любим пить. Ой, а с чем? С чем вы любите пить чай? Вот я, например, с вареньем. А я с конфетами. А я с шоколадками. Ребят, ну перестаньте, пожалуйста. Мне сразу чай захотелось с чем-нибудь попить таким сладеньким. О, тогда предлагаю разыграть сладкий приз. О, шоколад. А это что за странная коробка? Подождите, не открывайте. Ребята должны отгадать, что в ней находится, отвечая на мои вопросы. Вот если выиграют, подарю им эти шоколадные конфетки. А если проиграют, мы сами съедим их после программы. Так, ну что, ребята, готовы к такому испытанию? Ведь на кону у нас главный приз – шоколад. Готовы. Тогда, внимание, первый вопрос. Много-много лет назад торговец чаем рассылал своим покупательницам чай в шелковых мешочках. Потом шелк заменили бумагой. Именно так появился новый способ заваривания чая и предмет из нашей коробки. Так, Хрюша, вопрос-то понятен. А сколько времени гостям даешь на обсуждение? Ну, сколько-сколько? 20 секунд на каждый вопрос. И время пошло. Думайте, ребята. Хрюша! Да? Ты вопросы очень сложные, мне кажется, задал. А мне кажется, нет. Очень. Да? У нас готов ответ. Готов ответ? Давайте. Мне кажется, это был легкий вопрос. Ответ – чайный пакетик. Антон, открывай коробку. Да! Это чайный пакетик. Молодцы. Итак, следующий вопрос. Давным-давно наши предки отрезали кусочек от свеклы белого цвета и ели, запивая чаем. Вопрос. Какой продукт им заменяла свекла? Время пошло! Ну, мне кажется, свекла же была белым цветом. А что мы кладем в чай белым цветом? Антон, ну как ты думаешь, догадаются? Думаю, да. У нас готов ответ. Да. Так, ну-ка.
Этот вопрос уже был потруднее. И я думаю, что и мы думаем, что это сахар. Сахар. Итак, да, действительно, это сахар. Ну, конечно. Итак, внимание, следующий вопрос. Давным-давно существовало правило. Если гость во время чаепития переворачивает один предмет, значит, чая ему достаточно. Если не переворачивает, хочет выпить еще. Вопрос. Какой предмет переворачивали за столом? Время пошло. Ну, мы же пьем из чашки. Антон, а ты думаешь, догадаются? Ну, когда заканчиваю пить, получается... Маша говорит очень верное предположение. Мне кажется, да, догадаются. Посмотрим, посмотрим. Мы готовы. Отлично, ваш ответ. Чашка. Чашка. Так, открываем коробочку. Я сейчас просто возьму коробочку и торжественно это сделаю. Открываем волшебную коробочку. Па-па-па-пам! И достаем чашку! Ура, ура, ура! Да, действительно, переворачивали чашку, показав хозяевам, что не хотят больше чая. Ребята, вы очень умные. Шоколадки ваши. Ура! Надеюсь, они во время чаепития поделятся с друзьями. Ну, например, со мной или с Хрю. Я тоже надеюсь. Поделитесь? Ну да. Ура! Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень весело. Не за что, Хрюша. А еще подписывайтесь на инстаграм Хрюша. Там масса всевозможных видеороликов, фотографий, флешмобов. Подпишитесь. Хорошо, пишусь. Здорово! Ура! Ребята, а вы живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал «Карусель». Не переключайтесь. С добрым утром, малыши! С добрым утром!